Екатеринбург, Михайловское кладбище. Идем к могиле, в которой лежит большая часть участников группы Дятлова. Печально знаменитая группа. Кругом ужасы запустения. Гуляют собаки. И вот, собственно говоря, и могила ребят. Вот поселок Вижай. Наш вездеход нас покинул. Ёб твою Йети! Не подходи ко мне! Я уже два дня не Йети. Актуально все. Отчаянный исследователь. Пойдем, Анастасия. Существенно. Так, может, сапоги мне одеть? Да нет, они только на дно потянут. Ну что, форсируем Вижай. Река Тошенка. Нам через нее переплывать. Вброд. Уи! Красота. Здесь я подворники нырял. Да. Поэтому и хожу и смотрю. Репчи держи! Ох, это еще не все. Да, тут-то уже. Тут ступень, тут перекат, тут свалиться. Вон, видишь, тут. Ну. Мы должны. Ну, давай мы хорошие. Это пропись гости. Это что за река? Северная Тошенка. Ой, мама, такие волны, ё-моё. На море. Красота. Поехали! Что они там под бампером пузырится такое постоянно? Это воздух не плотный, что ли? Да. Он продолжает заливаться там. Шикардос. Ну раз двигатель не завел, значит действительно все у него завелось. В эфире чрезвычайное происшествие.
машина сюда. Помогает. И на прямой связи с нами журналист Анастасия Светсолнышко. Да, я вас слушаю. Что вас интересует? Анастасия, расскажите, что происходит. Подожди, я вас не слышу. Анастасия. Не слышу, подождите. Мы, как только мы наладим связь с нашим корреспондентом, мы вновь вернемся. Я вас не слышу. Говорим. Гонит волну. Шига, это век. Плач стоит, ворон считает. Наше спасение. Белый лимузин. Да. Ну так и плак. Лужу не может преодолеть. А что с ним? Тут каждая лужа 30 метров. А какие, например? Сильная глубина? Нет, он там разворачивается. Тут ему сдвинуться тяжело уже. Он, видимо, там. Ну расскажи про первый день похода, какие у тебя впечатления? Впечатления пока все супер, все круто. Мы преодолели немного. Что ты преодолел? Немного. А кто это у тебя? Ты там преодолел. Спасибо дяде МЧСники, что перевезли вас. Да, спасибо. Дяде МЧС и поисковому отряду Сокол. Сокол. Поисковому отряду Сокол. Да, так бы и подохли. Преодолел он, преодолевает. По-моему, кто-то принижает наши. Мне кажется, оставим ее тут? Нет, тент. Великолепный желтый тент.